Ну что, приветствуем. Начинаем проходить финальный сезон The Walking Dead. Да. Посмотрим, какой же все-таки финал. Веселый, грустный, либо нейтральный. Вот, до этого мы с вами прошли еще три сезона вроде, да. In You For Time и первые два сезона прошли. Ссылка в описании, если на эти три плейлиста, если не смотрел, посмотри, очень интересно. Сам первый сезон посмотри, потому что есть некий концепт, скажем так, да, то есть они взаимосвязаны друг с другом, поэтому тебе будет очень интересно. Вот. Что? Прям пить эту то кушать, прям чай пить кофе пить или пить воды, надевать пледик обязательно. Саша, поудобнее. Приятного просмотра. Мы, собственно, начинаем. О, привет! Четыре эпизода всего у нас будет. Четыре эпизода, ребят, с вами будет. Интересно. Ну ладно. Поехали. Ну. А вот. Да. Когда мертвые начали ходить по земле, мне было мало лет, я была одна. Пока однажды меня не стало берегать и защищать один человек. Предыстория, ребят, предыстория. Ли защищала других людей. Но не всех удавалось спасти. А кого тогда спасли? Мы спасли тогда ее вроде, да? Да, мы ее спасли. Все спасти невозможно. Живые были не менее опасны, чем мертвые. Женщина нашей группы, Лили, потеряла что-то там. Ей было тяжело с этим смириться. Она убила того, чью жизнь спасли. Осуждаем, конечно. Бля, я не помню. Ну, мы вроде бросили ее, да. Ли бросил ее на обой... А, вроде забрали. Короче, ладно. Ли научил меня... Он защищал меня, пока мог. Но его укусили. Из-за меня. До сих пор я помню все, чему учил меня Ли. Бля, я помню. Бля, давай посмотрю, ебать, я реально не помню. Да, ну было записываться, да, получается. Либо вот это, что-то из этого выбирал. Сейчас позырю. В общем, я посмотрел сейчас, да. Финал первого сезона, что я там выбрал, я выбрал вот это. Навсегда носи короткую стрижку. Стриги волосы покороче. Это может спасти тебе жизнь. Да, верно. Ли был обречен. Он знал, что это конец. И он обратился с последней просьбой. Осуждаем такое, осуждаем, ребят. Потом встретил другую группу. Несчастные люди, бегущие от своего прошлого. В ней была женщина, родившая мальчика по имени Элвин младший. Эй-Джей. Он выжил. А его мать нет. Я начал заботиться о нем. Но затем Джейн бросила Эй-Джея. Мы думали, что ребенок погиб. Я стал последней каплей для Кенни. Ли не был с нами. Решение пришлось мне. Не, я помню, что Кенни остался. Осуждаем. Сказал, что Эй-Джей жив. Джейн спрятал его, чтобы убедить меня. И все же знаешь, что они натворили. Я устал. Я забрал Эй-Джей и бросил их.
Я помню тогда. AJ отправились, и я отправился на базу. Казалось бы, нашли постоянное жилище, но я снова ошиблась. Они забрали AJ у меня. Сказали, что я слишком юна, чтобы заботиться о нем. Блять, а я не помню, кстати. Блять. Ну его в любом случае забрали. Ну давай вот это, ладно. No. Я дал отпор. Но я не был достаточно сильный. Да, помню это, окей. Я провела в поисках много времени. И когда я отчаялась, я нашла его. Теперь мы ищем вместе место, которое стало бы нашим домом. У AJ есть только я, а у меня есть только AJ. И я дам жизнь за него, как Ли отдал жизнь за меня. Сильно, ебать, сильно. Предыстория, ребята, такая маленькая. Интересно. Необычно сделал, реально, необычно сделал. У нас вроде во всех сезонах по 6, да, было сезон, или по 5, а тут 4 всего лишь. Всего лишь 4 сезона. Ну ладно, посмотрим сейчас. Сейчас посмотрим, что к чему. Так, ну. Причем значение в этой серии игры имеет сделан выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Ну, это я знаю. Вау, графика. Свет. Тени. Прикольно. Нифига себе, она изменилась. А, посмотрите, еще ниже, что он там делает. Нифига он вырос. Что делаешь, Остяпа? Представляю, что у нас еще есть патроны. Перестань, на нервы действует. Нифига, она повзрослела, да? Не зови меня растяпом. О, так ты у нас уже совсем взрослый. Ага. Дай мне порулить. За руль я тебя не пущу. Хавать хочешь? Бля, прикинь, смотри, одежда развивается, прикольно. Что такое? AJ? Hungry. Есть хочу. Бля, графика здесь прям вау, реально вау. Ну, поупражняйся как в чтении. Но я не хочу. Затвлечешься от своего желудка. Разогреть духовку. Налить в кастрюлю сливки. Добавить ванильные бобы. И довести до кипения. Впрочем, забудь. Так ты еще больше проголодаешься. Да, печенье даем. Держи. Все, что осталось. А как же ты? Налетай. Найдем что-нибудь еще. Я тебе не верю.
Интересно. Интересно. Блин, реально, так реально видели? Прям прикольно сделали. Одежда у них развивается, волосы. Ну, так развиваются, знаете, как будто в них воздух летит такая тема. Прикольно сделано. Над графикой поработали тоже. Прикольно. Над освещением тенями. Прикольно. Реально классно. Очень нравится, очень нравится. Ну, конечно, добавили физику, как бы говоря, еще такую более реалистичную в игру. Интересно, реально интересно. Очень интересно. А, ну куда приехали? Так, а куда мы проехали с вами? We gonna do it? Мы рискнем? Think so. Думаю, да. Looks clear. Похоже, все чисто. We're doing it. У нас получится. Каубли. Друг, позвони в колокол. Не звони. Ой, не входите. Не звони, блядь. Так, что мы с вами берем? Взглянуть на игрушку. Ну, взять монтировку, взять флягу. Ну, давай. Вот это возьмем. Вот это возьмем. Да, тоже не помешает. Че, взглянуть на игрушку? Че такое? Все, больше ничего нет. Блин, прикольный корвет. Если не ошибаюсь, да, старенький. Или мужская лайн. Найдите еду. Пойдем поищем еду. О, нифига, слышь, смотри. Они наконец-то бегают. Они ходят. А, вот теперь ходят. Блин, прикольно. Вот это мне прям очень нравится, реально, ребят. Очень нравится. О. Загружает что-то. Вот так. Тут туруру. Эй, Джей, не приближайся. Нет-то. Новые звуки добавили, прикольно. С ним покончено. Ты как там? Ты как там? Я в порядке. Укусов нет. Теперь идем туда. Ну, let's go, чё. Пошли. Блин, подожди, здесь может что-то еще есть. О. Ловушка для монстров? Это не ловушка. На этом качаются. Это весело. Забираешься в шину, тебя толкают, и ты подлетаешь очень высоко. Я хочу попробовать. Сперва все здесь проверим. Все здесь. Все здесь проверим сначала, да. Так. Опа, а это что такое? Интересно. Ого, подойдет для украшения капот. Интересно, ладно. Так, ну сейчас мы войдем, собственно. О, там ничего нет, кстати. Как будто бы, да? Да, смотрим. Какая-то жижа. Жижаба какая-то. О, сад. Те, кто это все выращивал уже давно, нет. Выпить воду-то еще нет. Не-не-не, нафиг. Ты что, играешь? Давай, откроем дверь.
Что мы делаем в таком месте? Слушаем, нет ли кого-то. А потом? Ну... Давай, ты же помнишь. Мы... Проверяем окна? Правильно. Эй, Джей все подмечает. Хорошо, хорошо. Блин, какой-то, да, черный, какие-то черно-белые тона, черно-серые, наверное, даже. Ой, ёпты. Монстры. Связали сюда. До нас не добраться? Нет. Окна все заколочены. Кем он станет, зависит от вас. Ну, про Джей говорят. Тут заперто. Бронированные двери. Эту не выломать. Я знаю, ты голоден. Я тоже. Мы что-нибудь найдем, обещаю. А, нет, не буду я, блядь. Так, открыть дверь. Здесь нельзя. Хорошо. Так, здесь нельзя пройти. Давай изучим банку с тобой. Давай с тобой изучим банку. Бобы? Они их сами законсервировали, верно? Возможно, там откуда-то взяли что-то, бля, не успеваю опять. Проверить Эй-Джей. Ладно. Так, взглянуть на стол. Они любили поесть, но это была их последняя трапеза. Да, все верно. Ключ. Да, у той двери. Ну уж нет. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Это было наше решение. А ну-ка. Блин, только, пожалуйста, не говори, что... Poison. Яд. Did they give up? Они сдались? Они хотели покинуть этот мир вместе. В собственном доме, держась за руки. А у нас будет дом? We'll see. Посмотрим. Do we get the key? Мы берем ключ? Это опасно. Может, есть какой-нибудь другой путь? Let's look around. Поглядим вокруг. Let's be smart. Включим мозги. That's right. Правильно. Да, вон, видишь какие-то, вон, видишь, черные, какие-то, вон, видишь, черный, белый или серый тона, вон, какие-то, блин, странно. Ну шо, шо тут можно еще, ёпта, придумать? Ну только взглянуть за кассу, ну давай взглянем, ладно. Too small to crawl through. Слишком узко, не пролезть. Well, for me. Ну, мне. The key or the window. Ключ или окно. Вариантов два. It's dark in there. Тут темно. We should kill the monsters. Нужно убить монстров. They're not people. Они не люди. Они не люди. Well, they used to be people. Раньше они были людьми, и будучи людьми, они попросили, чтобы их оставили в покое. So what's best? Так что лучше? Блин, вот это опасно, типа туда его отправлять опасно, может там кто-то есть. С другой стороны, вот это тоже такое себе, как минимум. Ну, давай отправим, Джей, ладно. Джей, тут мне понадобится твоя помощь. Туда.
Надо узнать, есть ли внутри еда. Я хочу, чтобы ты был смелым. Хорошо, я могу быть смелым. Подними меня. Когда будешь внутри, открой эту дверь. Эй, Джей. Клем, ты должна это видеть. Да, ну как-то чуть-чуть, как-то что-то они, видишь, настригают, бля, хотел сказать. А тут уютно было. Может, останемся? Посмотрим. Тут никого нет. Никого нет нигде. Везде одни монстры. Я с тобой, малыш. Знаю. Ты не считаешь, что я никто? Я не имел это в виду. Джет лишь стреляет. Помнишь, мы говорили? Всегда целиться в голову. Верно. Поищем дальше. Наверняка тут есть что-нибудь съедобное. Надеюсь. Так, найдите еду, хорошо. Ну, консервная банка, но она пустая, скорее всего. Просрочно. Испортились. Прости, дружок, но они уже испортились. Эй, следи за языком. Я хотел сказать, черт. Смотри. Так, ну подожди. Мы не видели ребенка. Нет, не видели. Может, поэтому они сдались? Может быть, может. Так, ну, тут, собственно, ничего нет. Ну, давай посмотрим, ладно. Надо двинуть матрас. Тут что-то есть. Чего, блин? Потайная дверь? Да. Должно быть, что-то там спрятали. Ой, я думал, уже без этого будет. Опа, запасы. Сколько тут всего? Полно. Нам это на неделю вперед хватит. Мина. Боже, Эй-Джей. Монстры. Так, надо вернуться в машину. Беги! Вам пора. Ты знаешь, что делать? Держи стороны, будь моими глазами, пока я расчищаю путь. Ну поехали, ебать. О, поехали, нахуй. Сосёшь, ты ела на меня! На, ебать. Пососал ты бибу, нахуй. О, блядь, что? А, надо было сразу, точно. Блядь. Прошу прощения, надо было сразу. Ладно, погнали второй раз.
Как говорится, не пи... Ага. Да, что делать? Держи в стороне, будь моим кузом, пока вообще путь. Да отсосё, что ёбану, блядь. Всё, на, пососал хубиду, блядь. До свидания, блядь. О, другая, кстати, смотри. Нифига другая анимация. Бля, ну графика прям вау, реально. Бежим к машине. На, ебать. До свидания, блядь. Да, опустить. Поехали. Да я не трэп поставила, мать. А, скатывается как раз. Лен. От первого лица? Что? Ты прикинь, от первого лица. Нихуя. От первого лица добавили. Интересно, очень интересно. На, ебать. Прям мальчик, до свидания, ебать. Поехали. Да все, все. На, ёпта. Клем, где ключи? Сюда, да, ёпта. Забрал с собой. Давай! Эйдри, присоединись. Отсосёшь! Отсосёшь! Как я пизна, хуй, блядь! О, блядь. А это жесткая тема. Честно вам скажу. Бля, прикольно, видел? Добавили от первого лица. Нихуя, прям прикольно, реально прикольно. Мне очень нравится такое. То есть динамичные сцены еще получаются. Прям намного динамичнее. Нет, пожалуйста. Ой, блядь. Ты шо, скримлер? Блядь, это было крипово, кстати. Первого лица добавили, прикинь. Сцена, это очень классно. Это реально динамичнее и по-другому воспринимается. По-другому воспринимается, реально прикольно. Прикольно. Мне очень такое нравится. Опа.
Эй, Джей. Сейчас на втором, видишь, на втором ярусе нет матраса. Знаешь, там никто не лежит. Что это за место? Давай с тобой смотрим. Ну, давай смотрим аптечку. Чё, где я? Опа, что? Следует блокнот. А, ну, извините, ребят, только что смотрели же. Ну ладно. Хорошо, так, здесь ничего. Здесь нам тоже ничего не дают посмотреть, собственно. Это дверька. Опа, шкаф. Что? Давай смотрим. Да, поставим сюда стул. Опа, сгодится. Шпатель. Let's go, что посмотрим. А, получается, мы не открыли бы до дверь, так. Брингстон, что, блять? Бриксон Стронг. Факов, нормально. Ас, эйс. Не двигайся. Стой, стоишь, не оборачивайся. Бросай нож. Можешь сделать то же самое. Мы не причиним, не причиним вреда. Твой мальчик с нами, он в безопасности. Ты сможешь. Куда мне знаешь, что ты говоришь правду? Покажи мне его. Верь мне, и я покажу. Видишь, мы не принесем тебе верда. Ты кто, ёпта, мальчик? Я Марлон, а это парнишка Теннесси, сокращенно Тен. Это он о тебе заботился. Он не особо разговорчив. Клементина. Прости, что тебя заперли, связали, все такое.
Ты был не в лучшей форме, когда мы тебя нашли. Мы должны были подстраховаться, ты же понимаешь, на всякий случай. Не надо объяснений. Как ты и сказал, я был не в лучшей форме. Да, мягко говоря. Должно быть, вам двоим не сладко пришлось. Так или иначе, я не хотел тебя пугать. Просто осторожность. Прости, если это все выглядело по-другому. Но сейчас ты в безопасности, как и твой друг. Пойдем, пора тебе с ним увидеться. Интересно, очень интересно. О. Должен быть, долго пришлось там выживать, да? Да, мы много времени провели в дороге. Но думаю, ты можешь за себя постоять. Ребята нашего возраста не часто встречаются глуши. Не могу даже представить. Делаю все, чтобы выжить. Несмотря ни на что. Не переживайте так. Мы все делаем то, что должно. Пиздуйте, не понимаете. Субтитры ваши, да, бля. Нихуя что. Типа как этот лагерь какой-то, да? Опа. Хорошо, что мы тогда нашли вас. Пришлось попотеть, чтобы вытащить вас оттуда. Да и ходить уже подтягивались. Машина, она совсем в хлам? Да. Нужно было спешить. Не знаю, что бы случилось, не заметь мой дым. Спасибо за помощь. Привет. What's his problem? Да что с ними такое? Ты новенькая. Нас как-то и не было, вот уже. Да никогда не было. What is this place? Что это за место? Думаю, ты уже понял, что раньше это была школа. А теперь это то, что мы захотим. А кто у вас за главного? Ну, я, наверное. Странно слышать, что за подростков отвечает подросток, но мы вроде бы неплохо справляемся. Это хорошие стены, хорошее укрепление. Да и местоположение. Сюда почти никто не просочится. Никаких взрослых? Совсем? Тут не было что-то там. Кто-то ушел, кто-то погиб, но стало меньше. Мне удалось наладить систему, которая неплохо работает. Минутка формальностей. Дорога жаловаться в интернет или трудных подростков Эриксона. Вы с пацаном оба подходите под такое описание. Давай со стримом. Ты ошибаешься сейчас на свежее. Настоящие ангелы. А тебе пока судить рановато. Но вот мелкий точно не ангел. Он выносит мозг всем с самого прибытия. Что, прости? Скажем так, ему не нравится, когда тебя нет рядом. Совсем не нравится. Эй, мама! У нас ходячий ворот! Черт, нужно с этим разобраться. Зная Вилли, это, скорее всего, два ходячих старых, две старые злая белка. Иди, мы разберемся, как сейчас. Понятно. Парнишка внутрь. Луисом? А, да, прости на музыку, не потеряешься. Шевели булками, Вилли. Где твое чертово оружие? Ребят, я еще не управляю никак. Там сама идет. Понятно, интересно. Очень интересно. Follow the music.
Иди на музыку. Есть. Ну такая, да, мрачненькая атмосфера чуть-чуть. Ну и пианино расстроенное. Так, давай изучим грамоту. Мастер здесь, ага. Мастер больших жоп. Бакалавр права на жопу. Понятно. Опа, взгляните за завал. Тут не пройти. Откуда тянется музыка? Наверное, оттуда. Она выше, конечно. Ну, давай посмотрим здесь, что у нас. Маленький ублюдок. Эй, эй. А что ж ты проснулась? Твой маленький укусил меня. Ну, куда же ты не дала ему столько башки? Ах, прости, пожалуйста. Не надо, бывает, он чернога пришел. Ну, не он один. Но мы это вас не кусаем. Мальчик нужен. Бля, знаешь, как училка, блядь, в этой в школе шараги вот это, блядь. Ты, блядь, тоже не сделай, нахуй. Приносишь домашку, да, то он говорит: нет, нужно ее изменить, я тебе поставлю два, блядь. Блядь, пиздец. Как будто недоебано, да? Как будто недоебано. Ой, слушай, да что? Поставь лайк, если за так, да? Ну, блядь. На расстроенном пианино играет, нормально. Клем, okay. Ты в порядке? I was afraid you were... Я боялся ты. I'm okay. Я в порядке. You know, а знаешь, что сейчас появится? What? Что? Щекотун. But... Но... AJ, послушай меня. А я сказал, что ты ее укусил. Это правда? Отвечай, Джей. Ты ее укусил? Я не хотел. Она подкралась ко мне. И все же, никаких больше укусов. Никаких больше укусов. Ты жива? Это хорошо. Что ты делал тут за твоим малышом? Ты кто, мальчик? Надеюсь, он не доставил тебе неудобств. Он мне подарок, конечно. Но я еще легко отделался по сравнению с Робби. Мне же не нравится, когда я к нему подходит со стороны. Никогда так не делай. Понял тебя, дружок. К счастью, мне удалось успокоить все своей очаровательной музыкой. Я Луис. Клементина. Да, совсем забыл. Марлон оставил тут где-то твою сумку. Расслабься, я поищу. Ну, с первого раза её кто нашли. Double, Опять? Он знает, что это такое? Он грязный. Почистите. Может, позже. Полези обратно. Там ему самое место. Черт. Добром это не кончится. Это что-то больше него самого. Уверяю, что он стреляет лучше тебя. Хорошо, вы определенно стоите друг друга. Ты больше ничего не знаешь? Ну, есть одна песня. Но ты вооружена. I love that song. Dreadful sorry, Clementine. Light she was and like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine.
What do you think, AJ? I don't know. It's loud. It is. Loud is bad. Not always. Compress this key. Нажми на эту клавишу. Come on. Go ahead. Давай, AJ. Джей, жми. Press it. Now press this one. А теперь нажми на эту. And this и one. Эту. You're a natural. Да у тебя талант. Hey. Hey. Have you seen Rosie? Ты не видел Рози? Nope. Shit. Нет. Got a bit of a situation out there. Небольшая проблема. Неправильно все просить, ты же только чухлась, но нам бы пригодилась really помощь. Ты должен валить несколько мертвяков. Ты поможешь только, говорится, Луис, собирайся. Fine. Ладно. Интересно. Интересно. Блин, атмосферненько прям. Хотя во всех сезонах реально атмосферно. Рози! Где она? Чтоб ее? Ты оружие вернул? Хорошо. А он тебе понадобится, если ты с нами. У нас там рядом отряд охотников застрял и не может вернуться. Ему нужна помощь. Он куда-то далеко встал в последнее время. Как будто что-то привлекло их внимание. Даже не знаю, взрыв может быть или авария какая-нибудь. Эй. Что? Слушайте, я не думал, что все так сложится. Не жаль, если из-за меня у вас проблем. Мы. Привет, Клементин. Я Вайолет. Рад знакомству. Ты все слышал? Так, мальчики и девочки, гость на подходе. Ну давай. Будь осторожен там. Не обращай внимания на Вайолет. Вы поладите, обещаю. А это ножка стула. Я звоню ее агент стуле. О, блять, понятно, альфа-самец, ебать. Да, вот, блять, просто вот так вот нахуй. Крем, возьми меня. Ты должен мне прикрывать здесь. Если что-нибудь увидишь, позови, ладно? Окей. Ладно. Увидимся на той стороне. Монстр. А, блять, точно. Сначала глушить, потом. А, пупуру, блять. Да отоси, что ебал! Бля, снова тот же, блядь. Ого, неплохо, Клементина. Но можно и поизящнее, конечно. Смотри, учись. Ой, блядь. Понятно, блядь. Вы ебоны пошли. Да отсосёшь ты, долбоёб! Бля, отсосёшь ты, ебан, бля. Я по старинничке просто, ебан.
Давай, давай, мальчик. Кажется, все живы головы. На, ебать. Хуя все. Бегать бегу, кстати, смотри. Иди так нахуй, небо. Поехали, ребятки. Поехали, идите, идите сюда. Сюда, сюда, ко мне, ко мне, ко мне. Что-то еще есть. Все, что ли? Алло. Мальчик, мальчик, пошли, пошли, пошли за мной. Интересно, прикольно, разнообразили. Гости, вернемся в ворота, там поговорим. Идите, чтобы ни ночи не пропустить. Я знаю, что ничего так, с учетом сеттинга и всего прочего. Спасибо. Давайте, ребят, не хватало еще, чтобы они других девочек в школе подманили. Что ли? Да иди тогда. О, собаки, блядь, что? Ну нахуй. Кого, блядь? Мистер Собакин? Хорошая девочка. Ладно, тише, тише, девочка. Все в порядке, все хорошо. Я смотрю, с вами друг другу понравились. Ну, у меня случай с собакой. Что с вами, можете помочь? Она же такая ласковая. В смысле, она не рвет на куски ходячих. Что, блядь, доберман, нахуй? Это же доберман, вроде, да? Alright, alright, fun's over. Let's get inside. I'm fucking starving. You're not the only one. Нет, я один. Я собакин, прикинь, нихуя себе. А ты как думаешь, Асим, повежливый? В запасной зоне почти ничего не осталось, если еле наскребся. Придется уходить дальше, чтобы добыть еды на нем. Позже обсудим. Нет, это нужно обговорить прямо сейчас. Позже, твою мать. Мир еще жива. Так себе и на четырех смысла можно. Ну, что-то, блин. Ну тогда с минусом. Так, а что Крем? Твердая пятерочка с плюсом даже. Подкатывает. Отлично сработано, Вайлет. 5 с плюсом. У вас обеих мания, что-то. Да иди ты нахуй с этими субтитрами, блядь. Интересно, интересно. Очень интересно. Pretty good. Неплохо ролит с монстрами. Ладно, народ, еда уже почти. Эй, Джей. Так, ну, с этим связано. У него с этим связано воспоминания.
Болезнь спинания. Слушай, я просто так бить людей. Ну, поняла. И потом спокойно сидеть с ним за одним столом. Я с ним поговорю. Привет. Привет. На что ты смотришь? Что эта птица делает? Это птица ворона. В школе нас учили, что вороны падальщики. Вороны. Падальщики. 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 Что это значит? Это значит, что они не охотятся, как мы. Они просто едят мертвящим, осуждаем. Фу, блядь. Скавенджеры гроз. О, да. I didn't mean to hit him. I didn't know that it was Marvin. Marlin. Right. AJ, I'm sure they'll AJ, forgive он тебя точно простит. We should go talk Нужно to them. С ним поговорить. But, ну, but мне кажется, я им like... не нравлюсь. I can just tell. They don't. А раз так, да, покажем, как они ошибаются. I think I'll stay here. Пожалуй, я останусь тут с птицей. AJ, послушай. Все последние дни мы ничего не ели. Машины больше нет. С нами ничего хорошего нас не ждет, одни ходячие. Ты в самом деле хочешь туда вернуться? Нет. Поэтому нужно извиниться перед Марлом. Прямо сейчас? Ну, мы можем подготовиться. Давай сперва поговорим с другими ребятами. Ну, давай. Пошли. Вот сюда. О, вот сюда давай для начала. Hey. Привет. Hey, you're new. Привет, новенькая. I am. I'm carving a weapon. Yeah, I can see that. You're good at that. You like that, huh, little dude? Wanna see something cool? I wanna see. Pretty rad, huh? That's how you fuck up some monsters. Swear. I'm sorry. Huh. Так, нормально всё. Hey guys. Привет. Clem, AJ, this is Omar. AJ, это Omar. Excuse me. Pardon, шеф-повар. Шеф-повар. Привет, ты сразу... Нет, ты еще не готова. Омар у нас перфекционист. Смолишь не точный рецепт, и он хандрит целую неделю. Есть жертва. А есть нормальная еда. Блин, не успеваю все равно за субтитрами. Еще есть жертва, есть нормальная, да, в этом вся разница, короче. О. Hello. Hello. Oh, hey. А, это вы двое. Привет, Квентин, правильно? Yep. Yeah. Асим, right? А ты Асим? Да? Что ты пишешь? Я пишу сегодняшнее событие. Веду хронику. Like это что, типа дневника? Скорее, учебника, like история. Те, кто не учит на своих ошибках, и все такое. Ты злоусмысленно Марлон. Он постоянно сокращает безопасную зону. У нас остается... Ну, запасов, кстати, видишь. Новенькая взяла и помогла охотничьи даже вернуться. Она... Эй, а ну, цыц. Это не твой дневник, молец. А, да? Видишь, как я Джей? Послал мне жизнь. Я тут грубость и выставил себя, и вот так. Not to be, like, rude, but, you know, bye. Ну, понятно, мужик, понятно. Так, ну, погнали сначала сюда. There's that girl. Вон девочка, которую я укусил. Yeah, wanna talk to her? А, хочешь с ней поговорить? You mean... Если извиниться перед ней? Sorry? Yes. No. No. She's scary and always seems so mad. You can do it. You just gotta...
Расскажи же, почему ты это сделал. Из моих проблем? Да, тут ничего стыдиться. Просто скажи правду. Мне жаль, что я тебя укусил. Пора кусаюсь, когда мне страшно, я не хотел, я просто пугался. Мне жаль, я надеюсь, твой поле в порядке. Нормально, все нормально. Мы все бываем на себе, когда боимся. Спасибо за честность и извинения. Ну, теперь идем к самому, получается, самому туда пройти. Пошли туда, пройдем. Hey guys. Hey guys. What is this? Что это? Our graveyard. You guys still do that? Kinda, sorta. So, who's buried here? Nobody really. This is where we buried 10 sisters' belongings. Minnie and Sophie, twins, lost them both about a year ago. Грустно очень. Paying respects. Болезную. Should we do that too? Maybe. I've never seen anyone do that. Yeah, I think that'd be a very nice thing to do, AJ. Come on. Thank you. Вайолет и Тен рады, что AJ выразил свое уважение. Соболезную, соболезную. Ты жестко. Так же жестко. Клем? Yeah. I'm ready. Я готов. To talk to Marlin. Разговор с Марлом. Okay. Хорошо. Let's go. Чё? Блин, ебать у меня курочка, да? Ебать курочка у меня. Нормально. Clementine, right? Clementine, верно? I'm Brody. Yeah, Brody. He's a sweet little fella. Figured there ain't a lot of room for sweetness still out there. I'm the lucky one. He's just naturally good. Naturally good. That's rare stuff. Такие редко встречаются. I'm really sorry I hit you. Прости, что ударил тебя, правда. Пожалуйста, можем остаться здесь, пойти ужинать, или тебе вернуться обратно к монстрам. Не переживай, малец. Я прощу тебя, если научишь меня так быть. Я прямо настоящий тяжеловес. Hey, Clem! AJ! Stew's done! Guys earned your supper. Так, значит, новые ребята зашли свой ужин. Учит AJ быть самостоятельным. Это правильно, кстати, правильно. Ladies and gentlemen, dinner. Пойдем кушать, кстати. Thanks. Wow. Подкатывает. Ну, я не помню, когда у нас был последний раз был горячий обед. Просто сказка. This is really good. О, нифига это. Come on. Hey, slow it up, AJ. You're gonna choke. Just because everything else died doesn't mean manners did. I'll say goodnight. Goodnight. Clem. I'm sorry, buddy. I'm sure they shared as much as they could. AJ, heads up. I'm full, kiddo. You can have the rest. You sure? You bet. Подкатывает, подкатывает. Я закончил. Mm-hmm. Me too. Да, я тоже. Now what? I'll tell you what. Time for something very important. Oh, God. Good night. Violet, it's time.
А ну-ка. Так что я играл на сегодня, Лу? Пьяница. Древнейшая игра в мире игра, игра, которая любит... Игра правила, единственное, что помню карточный игры, меньше участников. Не волнуйся, очень по ходу дела. Ты просто, каждый получает стоп-карты, переворачивает по одной. Ну, кого карты старше, тот победил. Ты не получаешь право задать вопрос Клем. Что? Я хочу побольше знать о тебе. Мы все хотим. А что если выиграю, да? Тогда задаешь нам вопрос, все честно. Стоп, а что с Эй-Джеем? В смысле, что? Кажется, у него появился друг. Ну, пока мы играем в карты, можешь ослабиться. Спорю, вам обоим не помешать чуть-чуть отдохнуть друг от друга. Ну, наверное, еще не встречал ровесников. Ему пришлось срочно взрослеть, так что детство он толком и не видел. Я не вижу, что он может побыть ребенком. Луис, если бы вы... Way to go, me. Ура, мне. So about AJ. AJ. Where are AJ's parents? Где его родители? You two don't really look related, so what happened there? They're dead. Они мертвы. Они больше. Они были хорошими родителями. For the most part. По большей части. Makes sense. Логично. Nice, ну, милый парнёк. For the most part. Упала лед. Hey, I win. Ну, я выиграла. Hey, you do. Так есть. Ну что хочешь узнать? What do you want to know? Worst injury you ever saw. Худшее ранение, что вы видели. Ну, как ходячий такси на дороге. Башки, что было, знаете, был круг. О, бля, осуждаю. I saw someone have their intestines pulled all the way out. Like, all the way. Фу, блин, осуждаю такое, ребят. Буя! Come on, spit it out. So, тебя, ну, забыл, парень? Ever have a boyfriend? Oh my god. О, боже мой. It happens. Perfectly valid question. You can ask me if I've ever had a girlfriend. I haven't. Ну давай, чисто так. Мы были и мы с ним были друзьями, всего лишь друзьями. Ну ладно, да, друзьями, всего лишь друзьями. Ну ладно. Ну я выиграл. Клем. Не верю, что ты была одна все это время. Кто о тебе заботился? У меня были знакомые. У всех нас были знакомые. Были взрослые, а теперь их нет. Well, у меня они были. Да сплыли. I win again. You do indeed. Ask away. Что не смешалось, как Марлон? В смысле? Он думает, что у тебя на башке дохлая кошка. Дохлая его ничего. Я круто выгляжу. Как скажешь. Я круто выгляжу. Хватит гнать. Ну, вопрос, который я люблю задавать в компаниях. Кто из нас четвертый, по-твоему, помрет раньше всех? That is fucked up. Oh, I know. Блять. Луис, definitely. Луис, точно. Definitely. 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 What? Что? Я бы сказал то же самое. Я лучший картер всех времен народов. Давай уже свой вопрос. Ты когда-нибудь... Нет, забей.
Что? Спрашивай. Это просто не из приятных. Спрашивай. Ты когда-нибудь убивал того, кто был тебе дорог? Ой, бля, чел, на больно. Да. Это был вопрос типа да или нет. Ты получил свой ответ? Drop it, Lewis. I think I'm done playing for tonight. Yeah, it's probably for the best. You wanted me to ask. Let's go, AJ. Ну, такой не из приятных тем. Good night. Night, AJ. Hey, long day, huh? Yep, real long. I hope you know Lewis didn't mean any harm there. He's just the world's biggest dumbass. Yeah, he's my best friend, so I can legally call him that. You guys relax, get some sleep, feel human for a night. In the morning, come find me. We can talk about making this long term. We can stay? We can talk about it. Можно пойти, если хочешь. Вот так вот, ребят, вот так. Блин, очень интересно. Очень, очень, очень атмосферненько, блин, прикольно. That looks like a really safe one. Это выглядит действительно надежно. It does. Это так. Good. Хорошо. This box has so many colors. В этой группе столько цветов? Well, must have been an artist living here. Художник. What's an artist? Художник, кто это? It's like это тот, кто много рисует, пишет картины. Does pictures. You mean like Tin? Как Тен, да? Yeah, like Tin. Как Тен. Мне тоже нравится рисовать. Oh, shit. О, блин, не знаю, что Марло принесла сюда. I just wanted to grab something. Взять кое-что из шкафчика. Where the hell is it? Oh, what? That's what I was looking for. It belonged to Sophie. Ten's sister. He was asking for more art supplies and stuff, so I was going to. Oh, sorry. Ой, прости, we didn't know. Мы не знали. Не, все в порядке, не беспокойся. На самом деле, эта коробочка брал тут. Не worry about it. Honestly, вот. It's just been sitting here for the past year and no one's touched it. If AJ wants если to play with it, хоть пирать с ними, то пусть играет. It's all right. She ты says порядок. You can она говорит, keep можешь it. Оставить себе. Там будет разочарован. Okay. Huh. Вижу, ты, как вижу, ты обустраиваешься. Yeah, is that да, okay? Ты не против? Sure. Не против. Конечно, не против. Эта комната мне всегда нравилась. У Софии на стенах были картины, все такое. Красочно так. И Минерва. Очень музыкальна. Не как Луис, конечно, у нее настоящий талант. У нее был прекрасный голос, самое то для блюза. Марлон всегда шутил, что она идет гитару, и они вдвоем будут давать тур по стране. Это было так давно. Когда они потом Броди и Тейн сняли все картины, и магия закончилась. Не стал рассказывать. Воспоминания не из приятных. Не против, что мы остановились тут, в моей комнате? Нет, я не прочь. Ну да, я даже рада на самом деле. Хорошо, что они живут. Так пустовало, так боль собирала. Так что с ним случилось? С Софией, Минервой?
Они отправились за припасами с Марлом и Броди за предел безопасности чуть-чуть. Бывает. Честно говоря, мне тут особо не с кем поговорить. Ну ладно, тут парней, так обстановка. Меня не слишком, мне не слишком по душе. Ну, я не особо приветливая, понимаешь? Я знаю, что иногда веду себя излишне грубо. Ты довольно сурово вела себя при нашей первой встрече. Я не пытался это лучше подруги или типа того. Бля, не то. Бля. Hey, Clem, I'm an artist now. Not bad, kiddo. Неплохо, малыш. I should be getting back. Мне пора возвращаться. Enjoy the art supplies. С красками, дружок. Блин, надо было не так ответить, ладно. Пока. Okay, Alvin Jr., time for bed. Okay, here. For me? Для меня? For the wall. Для себя. Украсим наш новый дом. That's a good idea, AJ. Классная идея, AJ. How about here? Может, повесим здесь? Ваш коллекционный мир предметов, который вы находитесь в игровом мире, можно обставить в свою комнату. AJ? Hey there. What are you doing? Ты что там делаешь? This is where I'm gonna sleep. Я тут спать буду. Чего? No, it's not. Так не пойдет. It's safe under here. Тут внизу безопасно. No one can get me. Им до меня не добраться. Well, it's ну тут тоже безопасно. Ты видел какой-то домик? Огромный, полный кирпич стен для нашей защиты. And there are plenty of brick walls to keep us safe. What about the door? А дверь? Вдруг кто-нибудь войдет? What if they try to hurt us? Вдруг они попробуют нас обидеть? What if they steal our stuff? That door is дверь really очень крепкая, честно. Trust me, I tried to get out earlier today. Пыталась выбраться сегодня и еле справилась. Oh, I don't know. Ну, не знаю. If I stay here, no one если мне ничего не идет, я буду следить и охранять тебя. Я ищу нас. I can protect us. Да что на тебя нашло? Please, Clem. AJ, послушай, все будет в порядке. Попробуй поспать на кровати. Она мягкая, теплая. Тебе понравится. It's soft and warm. I think you'll really like it. This bed is really soft. Told you so. It's really, really soft. Good night, AJ. Clem? Hmm? This place is nice. I'm glad we found it. Me too. Кач рад, что нашли это место, она тоже. Интересно. Что, это конец эпизода, что ли, будет? Ну, по идее, по времени должно уже. Нет. Давайте, ребят, мы с вами на следующую серию. Так, серия очень длинная получилась. Я даже сам от этого, ну, этого не ожидал. Вот, спасибо за просмотр. Такая вот была первая серия по финальному сезону «Ходячих», да, The Walking Dead. Даже сейчас убеждаюсь, и до этого убедился уже, да, но сейчас снова убеждаюсь в том, что это одна из тех игр, которая, ну, достойна внимания каждого, реально. В принципе, все, спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно, спасибо за то, что это делает. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.